зал Казанского федерального университета вновь балует студентов почетными гостями. На этот раз на вопросы учащихся вуза ответил руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, главный государственный санитарный врач ПРТ Марина Потяшина. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. На первом этапе, сразу после вступительных слов модератора, студенты отвечали на вопросы о деятельности Роспотребнадзора и старались узнать немного больше об основных функциях этой организации. Затем студенты задали вопросы о личности Марины Потяшиной, студенческие годы, путь становления как профессионала, а также личные интересы и хобби. Вот я врач, санитарный врач по образованию. Я закончила Казанский государственный медицинский университет. И придя сегодня в ваши стены вашего университета, так любопытно, просто вот потому что я никогда даже, оказывается, наверное, когда-то я здесь была по какой-то случайности, но вот в таком осознанном, наверное, даже ни разу не была, поэтому огромное удовольствие, пройдясь по коридорам и зайдя вот в эти роскошные такие аудитории. И второе направление – это защита прав потребителей. Почему вот многие из вас сказали именно потребители услуг и товаров? Роспотребнадзор, согласитесь, как будто потребитель, да? И вы не знали другой службы, хотя санитарно-эпидемиологическая служба, она вот, например, у людей постарше, она у всех на слуху. Следующая тема встречи – профориентационная деятельность. Интерес у студентов вызвали возможности сотрудников управления, вакантные места и специальности организации, а также трудоустройство. Присутствующие поинтересовались также возможностями, которыми на данный момент обладают студенты для работы в этой сфере. Марина Потяшина с удовольствием поделилась своим опытом и помогла каждому получить ответ на свой вопрос. Что такое государственная служба? Вот есть люди, да, которые могут работать на государственной гражданской службе. Есть люди по призванию предпринимателя, вот, например, да, а есть люди, которые готовы, знаете, за 3 копейки, вот врачи, учителя, там, да, педагоги, которые за 3 копейки готовы все равно работать, и они верят в то, что они делают хорошо. Вот я из этой категории, то есть я вот, для меня предпринимательство, оно вообще ничего, я свое отдам вплоть до нижнего белья, вот, понимаете, я ничего не смогу заработать, и точно вот это не моя история. И есть такие, кто госслужбу очень ценят за то, что здесь определенная стабильность. Это первое. Второе. Когда молодой специалист приходит, у него нет этих чудных погон. Некоторых форм привлекает. Тоже есть. Это повышенная потребность в том, что справедливость. И когда молодые специалисты приходят, у них нет чинов, мы доплачиваем вот за этот чин для того, чтобы зарплата была, ну, хоть какая-то повеселее, да? Институт наставничества. Ну, какую-нибудь тетю Машу к вам умненькую представляем, чтобы она с вами нянчилась, потому что надо понимать, что в институте вы учитесь одному, а когда приходите к нам на работу, да, это вы думаете, боже мой, чему же я училась 5 лет, да? Приятным завершением встречи стали пожелания успехов и процветания в том деле, которым каждый из студентов занимается. У меня очень приятное впечатление от встречи, от ребят, от студентов, с которыми сегодня удалось пообщаться. И, конечно же, поразительным является их активность. Они достаточно активные, они такие любят задавать вопросы. И часто вопросы задают личного характера, что понятно, потому что они находятся на этапе становления своего жизненного пути, профессионального пути, и им понятен вопрос, как люди достигают каких-то результатов в своей жизни, и понятно, что они ищут какие-то ориентиры, наверное, по своей жизни. В стенах Казанского федерального университета регулярно проводятся всевозможные встречи, мероприятия и лекции. Приезжают авторитетные личности, такие как общественные, политические деятели и профессора. Такие события играют важную роль в развитии университета и делают жизнь студентов яркой и разнообразной. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Николай Суховский, Универ Новости.